Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем «Когда соседа 4 на отдыхе». Короче говоря, на чем мы остановились? Мы остановились на уровне «Вечер самодеятельности». И, кстати, я хочу сразу ответить на вопрос некоторых зрителей, которые еще задавали, когда я проходил «Когда соседа 3 в офисе. Что у них там «Как ты скачал? Она вообще у меня не запускается, она не работает». Я отвечу так, я не знаю, в чем у вас там проблема. Я скачивал эти обе игры с антологии. То есть я нашел антологию «Когда соседа». И там, короче, сборник из нескольких игр. Там «Когда соседа 1», «Когда соседа 2». И там еще несколько частей до «Когда соседа студента», если не ошибаюсь. И вот, собственно... Там было «Когда соседа 3», «Когда соседа 4», я их установил, они работают вообще без всяких проблем у меня. Ну а теперь к игре. Вечер самодеятельности. К вечеру самодеятельности все очень долго готовились, долго репетировали. Самое главное, что все прошло как на репетиции. Если на репетиции все хорошо прошло. А если все пойдет не так? Ну давайте проверим. Так... Так, ну, первым делом, конечно, холодильничек вот этот смотрим. Я смотрю, босс сидит с вот этой вот бабкой, на которую сосед немножко запелился. Это не берется? Нет, это не берется. Тут и искрит вот этот, и понимаете ли. О, что это, опилки? Вот как можно было бы их найти? Это я вообще курсором просто понавел. Так. Шляпа. А, это пакость надо делать. Это не жми... Это не... С этим ничего не делается, но она искрит почему-то. Стакан воды. Бутылка с кетчупом. Чё ты не берёшь-то? Давай, чё встал, блин? Так. С этим у нас что можно сделать? Водяной шарик. Ну, я не знаю, может быть, в воду? Нет? Перец? О! Перцовый баллончик, окей. Так. Ой, он сюда идет. Быстро-быстро сюда, наверх. Так, а тут вообще что можно сделать, нет? Не видать. Ну, давайте смотреть, что тут можно сделать. А, что? Пол? А, это чтобы сосед врезался в электричество в это. А, это перец ему. А как он вообще вкачал перец, кстати, туда? Вот это вот интересно. Яйца. Ну, яйца, наверное, в шляпу. А куда еще можно применить? Яйца. Нет, не яйца. Опилки. Опилки, да. Верно. Теперь идем туда. Шарики для жонгли... А, вот это, наверное, яйца надо. Вообще, чё он идет туда? Он сам починить хочет, что ли, или чё? Так, ну шарики, иди, точно яйца. Ну, а это, видимо, в ракеты, иначе чё еще нам остается? Так, ну-ка посмотрим. Зачем он вообще трогает штуку, которая электризуется? И тут его без воды бы долбануло, я считаю. Так, ну и это сюда, я так полагаю. Иначе что еще остается-то? Ну да, верно. Не знаю, как это сработает, правда. Но сейчас проверим.
Активизировалась уже кнопка, что можно завершить уровень, но мы будем дождать до конца. Так, ну и ракеты. Мне что-то кажется, знаете что, звуки слишком тихие, музыка нормальная, а это слишком тихий. Сейчас, ну-ка, попробуем увеличить звуки. Громкость. И следующий уровень — рыбалка. Сосед решил сходить на рыбалку, причем он пытается поймать рыбу всеми возможными способами. Давайте устроим браконьеру сладкую жизнь. Всеми возможными способами. Если запрещенный способ, то да, конечно, надо наказать. О, опять это ужасная мутная музычка. Ящик с динамитом. Ну да, конечно, запрещенный способ. Мешок с мусором. Во, сейчас со звуками лучше стало, действительно. Лопата берется? А, нет, она не берется, ее надо это... Что-то с ней сделать надо. Так, тут ничего не берется вроде. О, ножик берется. Но все равно звуки какие-то тихие в игре, как будто все равно. Значит, что с динамитом можно сделать? Рыболовные крючки? Нет. Вот перец. Нет, башмак. Ну или консервная банка. Ничего не подходит. Еще что-то, значит, надо. Набрать воды. Ну, башмак, не знаю, нет. Перец. Консервная банка, нет. Крючки. Нож. Еще, значит, надо еще что-то взять. А, ведро, ё-моё, ведро. Ведро не взяли. Может быть, ведро надо в динамит? Нет? А что тогда надо в динамит-то? Я не понимаю. Ладно, потом разберемся с этим. Так, причал. Что с причалом? Может, подрезать надо? Старый ботинок. А, как старый... А, привязать туда... Вниз. Так, с лопатой что можно сделать? Клумба. Рыболовные крючки. Нет. Воду. Воду. Со стульчиком что можно сделать? Подрезать? Бочонок. Перец. Нет, не перец. Консервная банка. Во. Дегть. Или дегть, не знаю. Перец. Перец, хорошо. Уха с перцем. Хорошо. Так это ж вкусно будет. Разве нет? Ну, да, ну наверное, может, дегть динамит надо. Да. Наконец-то мы поняли, что надо сделать с динамитом. Oh.
Так. Дальше что надо делать? Для чего нам нужен нож и... А, нож мы использовали. Рыболовные крючки для чего? Точно ничего сделать больше нельзя. Рыба. О, земля. Ну ладно, я уже не успею. Там что-то с землей можно сделать. Но я, к сожалению, не успеваю. Уже. Придется ждать потом снова. Это, наверное, надо было... А вот для чего второй нож. Второй раз нужен нож. Наверное, для того, чтобы, если в случае неудачи, еще раз подпилить. И там уже что-то на земле, крючки вот эти положить. Он, наверное, упадет со стула и спиной на эти крючки ляжет. Это жестко, конечно, будет. Наш сосед на крючке, ну да. Да, я неправильно сделал сначала, поэтому вот. Приклеилось. Но повезло ему. А мог сейчас и обделаться. А может даже и похуже. Ну, золото мы уже не наберем, конечно, на этом уровне, но... Давай, быстрее. Долго ждать придется. Пока он это сделает, пока уху будет свою дальше готовить снова. Вот этот счетчик уже до нуля опустится опять. Крючки на земле, подпиленный стульчик. Давай быстрее уже. Надоело ждать. Уже 8 минут почти играем этот уровень. Уже 8 минут. У меня за камерой. Счетчик времени находится. Так, ну, следующий уровень, день рождения босса, а вот и самый счастливый день в отпуске, день рождения босса, у всех приподнятое настроение, особенно у соседа, нужно сделать так, чтобы босс запомнил этот день рождения на всю жизнь, в отрицательном для нас, наверное, в отрицательном смысле, наверное, для соседа, запомнился бы он лучше, блин, ну что ж, давайте попробуем. Что у нас здесь?
Это что, подушка-пердушка, ё-моё. Здесь, по-моему, ничего взять нельзя. Но что-то ж тут можно сделать. Доска. Инструменты какие-то. Что-то напеть пытается, но мы его голоса не слышим. Игра зависла. Это вообще классно, ребята. Ну вообще. А я еще и выйти. Я еще и свернуть, что ли, не могу. Ну-ка, диспетчер задач-то можно открыть хотя бы? Шикарно! Перезапускаем игру, ребята, е-мое. Хорошо, что хоть не пришлось компьютер перезагружать. Значит, это было бы вообще отстой. Могла бы запись еще не сохраниться. И тогда вообще отстой был бы полный. Так, надеюсь, второй раз этого не случится. Только такое чувство, что звуки стали громче все. А, вот босс, оказывается. Ё-моё, я что-то его не я что-то не мог понять, а где он, ё-моё. Гвоздодер еще есть. Че ты встал? Давай, иди, бери его, ё-моё. А вот и сосед флиртует с этой женщиной, блин. А гвоздодером? Не гвоздодером ли надо? О! Хорошо. Нет. А, ну подушку-пердушку явно туда надо, чтобы... Некомфортно сослуживец было. Палку в газету, не знаю, как это работает, но... Возможно, суперклей в хлопушку у нас остается. 5 пакостей. А, магнит, с магнитофоном еще что-то сделать надо. Опа, вот это жесть была. Потом, в следующий раз, я сейчас уже не успею. Чего-то пытается сосед напеть у нас тут. Магнитофон просто, это, видимо. Включая включить или может на полную катушку сделать, не знаю. Сейчас посмотрим, что будет, что он с ним сделает. А, он ломает его каким-то образом. А, он на нем ничего не напишет, очень жаль. А-ха-ха-ха. Палка это чтобы больнее было.
Сейчас хлопушка классно взорвется. Наверное. Сейчас посмотрим. Вот это прикольно, конечно, было. С тортом, жаль, ничего сделать нельзя. Вообще, торт выглядит тут, как будто он из дерева сделан. Из досок. А тут ничего так. Так, ну и последняя пакость. Давай, на золото опять, конечно, не пройдем. Но как угодно. В этой игре нам это делать не обязательно. Это фор, что ли, надо было обязательно. В этой не обязательно. Ну, мы-то ничего не услышали. Окей, этот уровень тоже прошли. Уже не на золото. Ну да ладно. Сбор грибов. Сослуживец пригласился на прогулку в лес. Что может быть прекраснее, чем лес, грибы, свежий воздух? Да еще и вдобавок острые ощущения. Сделаем острые ощущения соседа еще более острыми. Поехали, давайте попробуем. О, вот эта музычка. Кстати, помню, в модах на КДС соседа была такая музычка. Потом я... Теперь-то я вспомнил, откуда она. Ай, блин. Весельчаки, ё-моё. Не знаю, правда, как он отсюда нас не видит. Стоп, 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 он сюда сейчас пойдет. Так я и думал. Что это за гриб-муляж? И откуда он тут, и откуда он тут взялся? Камушек в корзину? Нет? Спички? Ну а чё, банан что ли? Нет, не банан. Пакет из-под сока. Возможно, туда камень надо, или спич, хотя спички читать сомневаюсь. А хотя он пустой, то может быть и это. Ну посмотрим, сейчас попробуем. Камень надо. Ну а сюда, наверное, топор. Тарзанка. Поймает нас сейчас. Ого, вот это повезло. Я не понимаю, как, но нам повезло каким-то образом.
Хоть чем-то вы настроение подняли. Музычкой нормальной. О, божьи коровки. Спичечный коробок. Интересно, интересно. Хорошо. Что это, правда, за звук, я не понимаю. Так, ну ладно, тут я уже ничего сделать не успею, так что идем туда. Надо было еще вот так сделать. Двойная пакость. Ничего больше не берется, случайно. А что это за белая фигня? О, улей. Божьи коровки, возможно, в корзину или в улей. Корзину. Тут, оказывается, два предмета. Точно? Не... Точно? Разве нет? Вот это вот. Первый раз, по-моему, слышу. А, два предмета, что ли? Пакетик с ягод. А почему это коробки-то не исчезли? Сейчас разберемся, что с этим делать надо, я не понимаю. Честно говоря. Что-то как-то не очень бывает. Тьфу ты, бежим отсюда. А чё же она не применилась-то сразу? Я же применял. Странно как-то все это было немного. Ой, господи. Опять долго уровень проходим, уже 7 минут, ё-моё. Зато бодренькая музычка, блин. Зачем так гриб искать, ё-моё? Вот зачем так делать надо? Ну опять на золото, видимо, не пройдем, потому что с этими пакостями еще разберись, блин. Зато под музычку походка соседа больше подходит. Сами посмотрите и слушайте. Хорошие звуки.
Так. Сколько мы уровней прошли? 4. Значит, еще 5 уровней нам надо пройти. Собственно говоря. Пятый уровень у нас на сегодня называется День здоровья. День здоровья. Все занимаются спортом, даже сосед, который очень далек от спорта, решил похвастаться перед сослуживцами. Но спорт невозможен без травм. Сейчас надо это доказать. Так, Собакин у нас тут. Товарищ Собакин. Гаечный ключ. Гвоздодер. И сосед уже идет сюда. Но, впрочем, идти до нас далеко, поэтому проблем с этим сейчас у нас никаких нет. Кучка колбасы какая-то, блин. Нет, не колбасу. Сюда ничего пока не... Соус табаско, ну это, наверное, это... как раз-таки, может быть, его и... О, городки есть, прикольно. Хлоп... А, петарды? Вообще выглядит как хлопушка. Самокат есть, господи. Сейчас подкрутим гаечки некоторые там. Вот петарда, возможно, с городками совместимо будет. Ну-ка, давайте попробуем. Пока соседа нету здесь. Что с битой надо сделать? Ну, лимона... Явно соус надо сюда. Иначе какие еще могут быть варианты? Что с битой сделать надо? Дартс. Тут с дартсом что-то есть еще. Возможно, я... О, сломанный динамик. Гвоздодер не сюда ли? Ага, сюда. Это что, медитация, что ли? А песик сразу не почувствует это дело. Магнит. Не на биту ли магнит надо? Нет. Что с битой, непонятно пока. Потому что я не вижу больше предметов тут. Ну, на, если это не подходит к бите, наверное, это к дартсу подходит. А, в принципе, логично. Это стрела-то металлическая, наверное. Да, наверное, подойдет. А, стоп, я же уже динамик посмотрел. Зачем я ему иду? Как раз таки из него магнит-то мы и достали. Нет? А куда магнит тогда? Оу. Опа, бежим отсюда. Даже магнит-то надо.
Точно ли сбитый, что-то делать надо вообще? Я, кстати, вот это посмотрел. А, тут посмотрел. Тут уже все проверено. Все, улетело фиг знает куда. А, что-то она медленно падала. Я так и знал, что она упадет в мою голову сейчас. Только куда магнит надо, я не понимаю. Что-то я не понимаю, куда надо магнит. Вообще что-то я не понимаю, куда надо магнит. Шесть минут, уже почти 7. Долго проходим уровни, что-то совсем. Ладно, давайте остановим на этом уровень. Я что-то не понимаю, как проходить. Может быть, я за кадром его перепройду, посмотрю как-то. Ага, если не полностью пройден уровень, он становится серебристым. Может быть, за кадром пройду, а так давайте на этом остановимся. Напишите мне в комментах, куда надо магнит и вообще, что я пропустил. На сегодня, пожалуй, все. С вас, Игорь, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте, и всем пока.